Еще подростком Эйнштейн задался вопросом, которому суждено было изменить ход истории 20 века. Он спросил себя, можно ли обогнать луч света. Много лет спустя он напишет, что в этом простом вопросе был ключ к его теории относительности. Когда-то он прочел детскую книгу Аарона Давида Бернштейна из серии «Популярные книги по естествознанию», в которой читателю предлагали представить себе полет вдоль телеграфного провода. Вместо этого Эйнштейн представил полет вдоль светового луча, который выглядел застывшим в пространстве. Если нестись вдоль луча со скоростью света, световые волны должны казаться неподвижными, думал он. Это мог бы предсказать еще Ньютон. Но даже 16-летним подростком Эйнштейн понимал, что никто и никогда не видел застывшего в пространстве светового луча. Чего-то в этой картине недоставало. Биться над этим вопросом ему предстояло следующие 10 лет. К несчастью, многие считали его неудачником. Хотя учился он блестяще, профессорам не нравился его бесшабашный образ жизни. Заранее зная значительную часть материала, он часто пропускал занятия, в результате чего профессора писали ему нелестные характеристики, и все его попытки устроиться на работу заканчивались отказом. Отчаявшийся и безработный, он согласился на преподавательскую должность, откуда был уволен за спор с нанимателем. В какой-то момент, пытаясь поддержать свою гражданскую жену и ребенка, он даже подумывал заняться продажей страховых полисов. Представляете, открываете вы дверь и видите там Эйнштейна, который пытается впарить вам страховку. Будучи не в состоянии найти работу, он считал себя паршивой овцой в собственной семье. В одном из писем он мрачно писал: «Я всего лишь обуза для родных. Лучше бы меня вовсе не было на свете». В конце концов, ему удалось получить работу чиновника третьего класса в патентном бюро в Берне. Эта унизительная, на первый взгляд, должность на самом деле стала большим благом. В тишине патентного бюро Эйнштейн смог вернуться к вопросу, мучившему его с детства. Именно там ему суждено было начать революцию, перевернувшую физику и весь мир с ног на голову. С уравнениями Максвелла для света Эйнштейн познакомился еще во время учебы в знаменитом высшем техническом училище в Швейцарии. Тогда же он задался вопросом, что произойдет с уравнениями Максвелла, если объект будет двигаться со скоростью света? Примечательно, что никто до него не задавал этого вопроса. Пользуясь теорией Максвелла, Эйнштейн рассчитал скорость светового луча, связанного с движущимся объектом, например, поездом. Он ожидал, что скорость этого светового луча с точки зрения внешнего неподвижного наблюдателя будет равна сумме обычной скорости света и скорости поезда. Согласно ньютоновой механике, скорости должны складываться. Например, если вы, путешествуя на поезде, бросаете бейсбольный мяч, то внешний наблюдатель скажет, что его скорость равна скорости поезда плюс скорость мяча относительно поезда. Точно так же скорости вычитаются. Так что если бы вы летели со скоростью света вдоль светового луча, то луч этот должен был казаться вам неподвижным. К своему изумлению, Эйнштейн обнаружил, что световой луч при этом не только не будет казаться неподвижным, но и продолжит улетать прочь все с той же скоростью. «Но это же невозможно», — думал он. Согласно Ньютону, если двигаться достаточно быстро, можно догнать что угодно. Так говорит здравый смысл. Однако уравнения Максвелла гласили, что свет догнать невозможно. Он всегда распространяется с одинаковой скоростью, как бы быстро ни двигались вы сами. Для Эйнштейна это стало настоящим откровением. Прав может быть кто-то один, либо Ньютон, либо Максвелл. Второй должен быть неправ. Но как так получается, что свет догнать невозможно? В патентном бюро у него было достаточно времени, чтобы поразмышлять над этим вопросом. И однажды весной 1905 года в поезде на Берн его осенило. «В голове у меня разразилась настоящая буря», — вспоминал он позже. Блестящее озарение Эйнштейна состояло в том, что поскольку скорость света измеряется при помощи часов и линеек и постоянно, как бы быстро вы ни двигались, пространство и время должны искривляться для обеспечения этого постоянства. Это означает, что если вы находитесь на быстро движущемся космическом корабле, то часы внутри корабля идут медленнее, чем часы на Земле. Время замедляется тем сильнее, чем быстрее вы движетесь. Это явление описывается специальной теорией относительности Эйнштейна. Таким образом, ответ на вопрос «который час?» зависит от того, как быстро вы движетесь.
Если космический корабль летит со скоростью, близкой к скорости света, а мы наблюдаем за ним с Земли в телескоп, то нам кажется, что все в корабле движется замедленно. К тому же все в корабле кажется сжатым. Например, все в нем стало тяжелее, чем было. При этом, как ни удивительно, его обитателям кажется, что все нормально. Позже Эйнштейн вспоминал: «Я обязан Максвеллу больше, чем кому-либо другому. Сегодня провести такой эксперимент совсем несложно. Если поместить атомные часы в самолет и сравнить их ход с ходом часов на Земле, можно увидеть, что они идут медленнее, совсем чуть-чуть, на 1/1 доли. Но если пространство и время могут изменяться, то все, что вы можете измерить, тоже должно изменяться, включая вещество и энергию. И чем быстрее вы движетесь, тем тяжелее становитесь. Но откуда берется при этом лишняя масса? Ее источником служит энергия движения. Это означает, что часть энергии движения превращается в массу. Точная взаимосвязь вещества и энергии описывается формулой E равно mc в квадрате. Это уравнение, как мы увидим, отвечает на один из глубочайших вопросов науки — почему светит Солнце? Ответ таков — Солнце светит потому, что в результате сжатия ядер водорода при очень высоких температурах часть их массы превращается в энергию. Ключ к пониманию Вселенной — унификация, объединение. Для теории относительности это объединение пространства и времени, а также вещества и энергии. Но как оно достигается? Симметрия и красота. Для поэтов и художников красота — это эфемерное эстетическое качество, рождающее сильные эмоции и страсть. Для физика красота — это симметрия. Уравнения красивы, потому что в них присутствует симметрия, то есть при перестановке или замене компонентов уравнение остается неизменным. Оно инвариантно по отношению к этому преобразованию. Представьте себе калейдоскоп. В нем беспорядочно пересыпаются цветные кусочки стекла, которые многократно отражаются в зеркалах, а отражения выстраиваются симметрично по кругу. Нечто хаотическое внезапно становится упорядоченным и красивым, и все это благодаря симметрии. Точно так же красива снежинка, потому что при повороте на 60 градусов ее форма не меняется, а сфера обладает еще большей симметрией. Ее можно повернуть вокруг центра на любой угол в любом направлении, и она будет выглядеть неизменной. Для физика уравнение красиво, если можно поменять местами его части и элементы и обнаружить, что результат не изменился. Иными словами, если видно, что между его частями имеется симметрия. Математик Годфри Харди однажды написал: «Построение математика, как построение художника или поэта, должны быть красивы. Идеи, подобно цветам или словам, должны складываться гармонично. Красота — это первоначальный тест. Для безобразной математики в мире нет постоянного места. Красота, о которой здесь идет речь, — это симметрия. Как мы уже говорили, если взять ньютонову силу тяготения для Земли, обращающуюся вокруг Солнца, то радиус орбиты Земли будет постоянным. Координаты x и y меняются, но радиус r остается неизменным. Это правило можно распространить и на 3 измерения. Представьте, что вы сидите на поверхности Земли, где ваше местоположение в 3 измерениях задается 3 координатами x, y и z. Как бы вы ни перемещались по поверхности Земли, расстояние r от вас до ее центра останется неизменным. Причем r в квадрате равен сумме квадратов x, y и z. Это уравнение — трехмерный вариант теоремы Пифагора. Чтобы убедиться в этом, возьмем z равное 0. Тогда вместо сферы мы увидим окружность в плоскости x и y в точности как прежде. При движении по этой окружности выполняется равенство x в квадрате плюс y в квадрате равно r в квадрате. А теперь начнем постепенно увеличивать z. По мере того, как мы будем подниматься по оси z, окружность будет уменьшаться. На глобусе эта окружность соответствует линии равной широты. R остается прежним, но при фиксированной величине z уравнение для меньших окружностей принимает вид x в квадрате плюс y в квадрате равно r в квадрате минус z в квадрате.
Если мы теперь разрешим z меняться, то увидим, что любая точка на сфере имеет такие координаты x, y и z, что выполняется трехмерная теорема Пифагора. Так что в конечном итоге все точки на сфере могут быть описаны теоремой Пифагора в трех измерениях, где r остается постоянным, а x, y и z меняются при перемещении точки по сфере. Великое откровение Эйнштейна позволило распространить это правило на четыре измерения, где роль четвертого измерения играет время. Итак, если мы возьмем уравнение Эйнштейна, а затем переведем пространство во время, а время в пространство, то уравнения останутся неизменными. Это означает, что три измерения пространства объединены теперь с измерением времени, t, которое становится четвертым измерением в системе. Эйнштейн показал, что величина x в квадрате плюс y в квадрате плюс z в квадрате минус t в квадрате, где время представлено в определенных единицах, остается неизменной, то есть получил модифицированный вариант теоремы Пифагора для четырех измерений. Обратите внимание, что координата времени присутствует здесь со знаком минус. Это означает, что хотя теория относительности инвариантна при вращении в четырех измерениях, с временем в ней обращаются немного иначе, чем с остальными тремя пространственными измерениями. Таким образом, уравнения Эйнштейна симметричны в четырех измерениях. Уравнения Максвелла были сформулированы примерно в 1861 году, в год начала Гражданской войны в Америке. Они, как уже говорилось, обладают симметрией с точки зрения взаимопревращения электрического и магнитного полей. Но эти уравнения обладают еще одной, скрытой симметрией. Если мы преобразуем уравнения Максвелла в четырех измерениях, поменяв местами x, y, z и t, как сделал это в 1910-е годы Эйнштейн, они останутся неизменными. Это означает, что если бы физики не были так ослеплены успехами ньютоновой физики, теория относительности могла бы появиться еще во времена Гражданской войны в США. Гравитация как искривление пространства. Хотя Эйнштейн показал, что пространство, время, вещество и энергия являются компонентами более масштабной четырехмерной симметрии, в его уравнениях оставалась очевидная прореха. В них ничего не говорилось о тяготении и ускорениях. Эйнштейна это не устраивало. Он хотел обобщить свою более раннюю теорию, которая получила название специальной теории относительности, таким образом, чтобы в нее вошли гравитация и ускоренное движение, и создать более всеобъемлющую общую теорию относительности. Коллега Эйнштейна, физик Макс Планк, впрочем, предупредил его о трудности создания теории, совмещающей относительность и тяготение. Он сказал: «Как старший друг, я должен отговорить вас от этого, ибо, во-первых, вы не добьетесь успеха, а если даже добьетесь, никто вам не поверит». Но затем он добавил: «Если вам все же удастся это сделать, вас назовут новым Коперником». Любому физику было очевидно, что теория всемирного тяготения Ньютона и теория Эйнштейна не согласуются друг с другом. Если бы Солнце внезапно исчезло без следа, то, согласно утверждению Эйнштейна, Земля ощутила бы его отсутствие только через 8 минут. В знаменитой формуле гравитации Ньютона скорость света отсутствует. Следовательно, гравитация распространяется мгновенно, нарушая законы относительности, и Земля должна ощутить отсутствие Солнца сразу же, мгновенно. Эйнштейн размышлял над проблемами света на протяжении 10 лет, с 16-летнего возраста до 26 лет. Следующие 10 лет до 36-летнего возраста его мысли были сосредоточены на теории гравитации. Ключ к этой загадке явился ему однажды, когда он откинулся на стуле назад, качнулся на задних ножках и чуть не упал. До него вдруг дошло, что в момент падения он оказался бы в невесомости. Затем он понял, что это, возможно, и есть ключ к теории гравитации. Позже он растроганно вспоминал, что это была счастливейшая мысль всей его жизни. Галилей тоже понимал, что если упасть с крыши здания, на какое-то мгновение окажешься в невесомости, но только Эйнштейн сообразил, как использовать этот факт, чтобы раскрыть с его помощью тайну гравитации. Представьте на мгновение, что вы находитесь в лифте с обрезанным тросом. Вы падаете, но пол лифта падает с той же скоростью.
Так что вы будете плавать в воздухе, как если бы никакой силы тяжести не существовало. По крайней мере, до того момента, когда лифт врежется в землю. Внутри лифта тяготение в точности компенсируется ускорением свободного падения. Тот факт, что ускорение в одной системе отсчета неотличимо от гравитации в другой, называется принципом эквивалентности. Когда астронавты в космосе плавают в невесомости, то происходит это не потому, что тяготение там исчезает. Солнечная система полна самых разных гравитационных сил. Причина в том, что космический корабль, в котором находятся астронавты, падает точно с такой же скоростью, как и они. Подобно воображаемому ядру Ньютона, которое вылетает из пушки на вершине горы, и сами астронавты, и их корабль свободно падают, обращаясь вокруг Земли. Таким образом, внутри корабля возникает иллюзия отсутствия гравитации, поскольку все в нем, включая ваше тело, падает с одинаковой скоростью. Затем Эйнштейн применил это правило к детской карусели. Согласно теории относительности, чем быстрее вы движетесь, тем более плоскими становитесь, потому что пространство сжимается. При вращении карусели внешний край движется быстрее, чем все, что внутри. Из-за релятивистского эффекта внешний край и сжимается сильнее, чем внутренняя часть карусели. По мере того, как скорость карусели приближается к скорости света, ее пол коробится. Это уже не плоский диск. Его внешний край сжимается, тогда как центр остается таким же, как был. Так что поверхность пола выгибается подобно перевернутой чаше. Теперь представьте, что вы пытаетесь пройти по искривленному полу карусели. Вам не удастся пересечь его по прямой. Поначалу может показаться, что какая-то невидимая сила пытается сбить вас с пути, поскольку поверхность искривлена или изогнута. Человек на карусели говорит, что центробежная сила сталкивает его и все остальное. Но с точки зрения человека снаружи, никакой внешней силы нет, есть только кривизна пола. Эйнштейн сложил все это вместе. Сила, которая заставляет вас падать на карусели, на самом деле обусловлена искривлением самой карусели. Центробежная сила, которую вы ощущаете, эквивалентна гравитации, то есть это воображаемая сила, возникающая в ускоряющейся системе отсчета. Иными словами, ускорение в одной системе отсчета идентично гравитации в другой системе, что объясняется искривлением пространства. Теперь замените карусель Солнечной системой. Земля обращается вокруг Солнца, поэтому нам, землянам, кажется, что Солнце притягивает Землю силой, которая называется гравитацией. Но наблюдатели за пределами Солнечной системы не увидят никакой силы. С их точки зрения, пространство вокруг Земли искривлено, и пустота заставляет Землю обращаться вокруг Солнца. Эйнштейн пришел к замечательному выводу, что гравитационное притяжение на самом деле иллюзия. Объекты движутся не потому, что на них действует сила всемирного тяготения или центробежная сила, а потому, что их толкает кривизна пространства вокруг них. Это стоит повторить. Гравитация не притягивает, толкает искривленное пространство. Шекспир однажды сказал, что весь мир — театр, а мы в нем — актеры, которые выходят на сцену и уходят с нее. Именно такую картину принял в свое время Ньютон. Мир статичен, а мы движемся по плоской поверхности, подчиняясь законам Ньютона. Эйнштейн отказался от этой картины. «Наша сцена, — сказал он, — искривлена и закручена. Если вы выходите на нее, то пройти по прямой вам не удастся. Вас непрерывно куда-то толкает, потому что пол под ногами искривлен, и вы все время выписываете кренделя, как пьяные. Гравитационное притяжение — это иллюзия». Например, прямо сейчас вы, возможно, сидите в кресле и слушаете эту аудиокнигу. Вам кажется, что эта гравитация тянет вас вниз и прижимает к креслу, именно поэтому вы не улетаете в космос. Но Эйнштейн сказал бы, что вы сидите в своем кресле, потому что масса Земли искривляет пространство над вашей головой, и это искривленное пространство толкает вас в кресло. Представьте, что вы кладете тяжелое ядро на батут. Ядро оттягивает батут вниз и искривляет его поверхность. Если после этого вы пустите по батуту небольшой шарик, он будет двигаться по кривой. Мало того, он будет огибать лежащее ядро.
Наблюдателю с некоторого расстояния может показаться, что на шарик действует невидимая сила, которая тянет его и заставляет двигаться по орбите. Но стоит подойти ближе, и вы увидите, что никакой невидимой силы нет. Шарик движется не по прямой, потому что поверхность батута искривлена. И это делает эллипс самой прямой траекторией. Теперь замените шарик на Землю, ядро на Солнце, а батут на пространство-время. Тогда видно, что Земля движется вокруг Солнца, потому что оно искривило пространство вокруг себя. И теперь пространство, в котором движется Земля, не плоское. Точно так же гравитация Солнца искривляет свет далеких звезд, и это можно заметить при помощи телескопа во время солнечного затмения. Кроме того, возьмите муравьев, которые ползут по смятому листу бумаги. Они не могут двигаться по нему по прямой. Возможно, они чувствуют, что их непрерывно тянет какая-то сила. Но нам, когда мы глядим на них сверху, видно, что никакой такой силы нет. Это и есть озарение, которое легло в основу того, что Эйнштейн назвал общей теорией относительности. Большие массы искажают пространство-время, порождая иллюзию действия гравитационной силы. Это означает, что общая теория относительности гораздо более мощный и симметричный инструмент, чем специальная теория относительности, поскольку она описывает гравитацию, действующую на все без исключения объекты в пространстве-времени. Специальная теория относительности описывает только объекты, которые равномерно движутся в пространстве и времени по прямой. Но в нашей Вселенной практически все испытывает ускорение. Мы видим, что все вокруг, от гоночных автомобилей до вертолетов и ракет, движется неравномерно. Общая теория относительности работает с ускорениями, которые непрерывно меняются в каждой точке пространства-времени. Солнечное затмение и гравитация. Любая теория, какой бы красивой она ни была, должна выдержать экспериментальную проверку. Поэтому Эйнштейн определил для себя ряд возможных экспериментов. Первым из них стала странная орбита Меркурия. Рассчитывая движение этой планеты, астрономы обнаружили небольшую аномалию. Вместо движения по идеальному эллипсу, как предсказывали уравнения Ньютона, он слегка смещался, выписывая своеобразные лепестки. Чтобы защитить законы Ньютона, астрономы решили, что внутри орбиты Меркурия существует новая планета, которую назвали Вулкан. Они утверждали, что гравитация вулкана действует на Меркурий, вызывая его аберрации. Ранее мы видели, что именно такая стратегия позволила астрономам открыть планету Нептун. Но обнаружить какие бы то ни было эмпирические свидетельства существования вулкана никак не удавалось. Эйнштейн, заново рассчитав при помощи собственной теории гравитации перигелий Меркурия, точку максимального приближения планеты к Солнцу, обнаружил небольшое отклонение от законов Ньютона. Он был вне себя от счастья, когда выяснилось, что данные наблюдений совпадают с его расчетами. Он вычислил, что необъяснимое с точки зрения ньютоновой теории гравитации смещение орбиты Меркурия должно составлять 42,9 угловой секунды за столетие, что хорошо укладывалось в рамки экспериментальных результатов. Позже он с теплотой вспоминал: «Несколько дней я был вне себя от радости. Сбылись мои самые смелые мечты». Кроме того, Эйнштейн понял, что согласно его теории, Солнце должно отклонять свет. Он понимал, что Солнце обладает достаточно мощной гравитацией, чтобы искривлять ход света звезд, расположенных рядом на небе. Поскольку эти звезды можно увидеть только во время солнечного затмения, Эйнштейн предложил направить экспедицию для наблюдения затмения 1919 года с целью проверки его теории. Астрономам надлежало сделать две фотографии ночного неба, одну при отсутствии Солнца, а другую во время солнечного затмения. Сравнение этих двух снимков должно было показать, что положение звезд во время затмения смещено из-за гравитации Солнца. Эйнштейн был убежден, что наблюдения подтвердят его теорию. Когда его спросили, что он подумал бы, если бы эксперимент опроверг его теорию, он ответил: «Подумал бы, что Бог, должно быть, ошибся». Эйнштейн был уверен в своей правоте, поскольку, как он писал коллегам, его теория отличалась великолепной математической красотой и симметрией. В конечном итоге астроном Артур Эддингтон
осуществил этот феноменальный эксперимент. Его результаты замечательно совпали с предсказанием Эйнштейна. Сегодня искривление света под действием гравитации регулярно используется астрономами в практической работе. Проходя вблизи далекой галактики, звездный свет искривляется, как будто в линзе. Это явление называют гравитационной линзой или линзой Эйнштейна. В 1921 году Эйнштейну была присуждена Нобелевская премия. Вскоре он стал одним из самых знаменитых людей на планете, обогнав по известности большинство кинозвезд и политиков. В 1933 году он появился вместе с Чарли Чаплином на одной кинопремьере. Обеих знаменитостей окружили охотники за автографами, и Эйнштейн спросил у Чаплина: «Что все это значит?» Чаплин ответил: «Ничего, абсолютно ничего», а затем добавил: «Меня приветствуют, потому что каждый меня понимает. Вас приветствуют, потому что вас не понимает никто». Конечно, теория, которая не спровергла Ньютонову физику, господствовавшую 250 лет, неизбежно должна была вызвать яростную критику. Одним из скептиков, возглавивших нападки, стал профессор Колумбийского университета Чарльз Лейн Пур. Прочитав о теории относительности, он фыркнул: «Я чувствую себя так, будто бродил с Алисой по стране чудес и пил чай с безумным шляпником». Но Планк всегда готов был ободрить Эйнштейна. Он писал: «Новая научная истина берет верх не за счет того, что убеждает оппонента в своей правоте и заставляет их увидеть свет, но скорее за счет того, что оппоненты эти со временем вымирают и вырастает новое поколение, изначально знакомое с ней». На протяжении десятилетий нападки на теорию относительности случались неоднократно, но всякий раз теория Эйнштейна успешно проходила проверку. Мало того, как мы увидим в следующих главах, теория относительности Эйнштейна преобразила всю физику, произвела настоящую революцию в наших представлениях о Вселенной, ее происхождении и эволюции, и кардинально изменила наш образ жизни. Одним из подтверждений теории Эйнштейна является функция глобального позиционирования в вашем сотовом телефоне. В систему геолокации GPS входит 31 спутник на околоземных орбитах. В любой момент ваш сотовый телефон может получать сигналы от трех таких спутников. Все три спутника движутся по разным траекториям и находятся по отношению к вам под разными углами. Затем процессор телефона анализирует полученные из трех спутников данные и методом триангуляции определяет ваши точные координаты. Система GPS настолько точна, что при вычислениях приходится принимать во внимание крохотные поправки, обусловленные как специальной, так и общей теорией относительности. Поскольку спутники движутся со скоростью около 27 500 км в час, часы на них идут чуть медленнее, чем на Земле, согласно специальной теории относительности, которая гласит, что при высоких скоростях время замедляется. Это явление демонстрируется в мысленном эксперименте Эйнштейна с попыткой обогнать луч света. Но поскольку гравитация тем слабее, чем больше вы удаляетесь в открытое пространство, время на самом деле чуть ускоряется, согласно общей теории относительности, которая гласит, что гравитация искривляет пространство-время. Чем слабее гравитационное притяжение, тем быстрее идет время. Это означает, что специальная и общая теории относительности работают в противоположных направлениях. Согласно специальной теории относительности, сигналы замедляются, а согласно общей теории относительности, ускоряются. Ваш сотовый телефон учитывает оба эффекта и сообщает, где в точности вы находитесь. Так что без согласованной работы специальной и общей теории относительности вы заблудились бы. Ньютон и Эйнштейн. Полные противоположности. Эйнштейна объявили новым Ньютоном, но на самом деле Эйнштейн и Ньютон были полными противоположностями. Ньютон был склонным к одиночеству и необщительным до асоциальности. У него не было близких друзей, и он совсем не умел вести простые бытовые разговоры. Физик Джереми Бернштейн однажды сказал: «Каждый, кому доводилось достаточно долго общаться с Эйнштейном, уходил от него с ошеломляющим ощущением благородства этого человека. Когда о нем думаешь, в голову вновь и вновь приходит эпитет «человечность» как символ простоты и привлекательности его характера». Но при этом Ньютон и Эйнштейн обладали рядом общих качеств.
Первым из них была способность сосредоточиться и собрать в кулак громадную энергию мысли. Ньютон, размышляя над какой-то задачей, мог забывать про еду и сон. Он мог запнуться посреди разговора и начать что-то писать на том, что подвернется под руку, бывало даже на салфетке или на стене. Также и Эйнштейн мог сосредоточенно работать над задачей на протяжении нескольких лет или даже десятилетий. Во время работы над общей теорией относительности он был близок к нервному срыву. Еще одним общим для них качеством была способность визуализировать задачу в рисунках. Ньютон мог написать начало исключительно с использованием алгебраических символов, но он вместо этого наполнил свой шедевр геометрическими схемами. Применять интегральные и дифференциальные исчисления с использованием абстрактных символов относительно просто, а заменить его треугольниками и квадратами под силу только мастеру. Также и в теории Эйнштейна много схем с поездами, мерными рейками и часами. Поиски единой теории. В конечном итоге Эйнштейн создал две важнейшие теории. Первая — это специальная теория относительности, которая описывает свойства световых лучей и пространства-времени и вводит понятие симметрии, основанной на вращении в четырех измерениях. Вторая — общая теория относительности, которая представляет природу гравитации как искривление пространства-времени. Но после двух этих монументальных достижений Эйнштейн попытался добиться третьего, еще более монументального. Он жаждал создать теорию, которая объединила бы все взаимодействия Вселенной в одном уравнении. Он хотел воспользоваться языком теории поля для создания уравнения, в котором сочетались бы теория электричества и магнетизма Максвелла и его собственная теория гравитации. Несколько десятилетий он бился над объединением этих двух теорий и потерпел неудачу. На самом деле, первым объединить гравитацию с электромагнетизмом предложил Майкл Фарадей. Он бывало приходил на Лондонский мост и бросал с него магниты, надеясь обнаружить какое-то измеримое влияние гравитации на магнит, но ничего не нашел. Одной из причин, по которым Эйнштейну не удалось добиться цели, было то, что в 1920-е годы в наших представлениях об окружающем мире зияла громадная дыра. Потребовалась совершенно новая теория, квантовая, чтобы физики осознали, наконец, что в головоломке не хватает по крайней мере одной детали — ядерного взаимодействия. Но Эйнштейн, будучи одним из основателей квантовой теории, стал, как ни парадоксально, величайшим ее противником. Он без устали обрушивал на квантовую теорию град критики. За прошедшие десятилетия эта теория выдержала все мыслимые экспериментальные испытания и привнесла в нашу жизнь множество чудесных электрических устройств, которые мы теперь встречаем повсюду, и дома, и на рабочих местах. Однако, как мы увидим, глубокие и тонкие философские возражения Эйнштейна против квантовой теории находят отклик даже сейчас. Пока Эйнштейн в одиночку работал над новой всеобъемлющей теорией, которая вобрала бы в себя как пространство и время, так и вещество и энергию, параллельно в физике шли исследования, призванные ответить на старый как мир вопрос: из чего состоит вещество? Результатом стало создание следующей великой физической теории — квантовой. Ньютон, завершив работу над теорией всемирного тяготения, взялся за алхимические эксперименты в попытке понять природу вещества. Высказываются предположения, что приступы депрессии у Ньютона были обусловлены его экспериментами с ртутью. Известно, что это вещество ядовито и вызывает неврологические расстройства. Однако о фундаментальных свойствах вещества тогда мало что было известно. И работы первых алхимиков практически ничего не внесли в заполнение этого пробела. Слишком уж много времени и энергии они тратили на попытки превращения свинца в золото. Потребовалось несколько столетий, чтобы постепенно раскрыть тайны строения вещества. К началу XIX века химики стали находить и выделять основные элементы природы, химические элементы, которые невозможно было разложить на что-то еще более простое. Если поразительных успехов физики в этот период добивались в первую очередь математики, то прорывные открытия в химии по-прежнему были результатом долгих часов утомительной работы в лаборатории. В 1869 году Дмитрию Менделееву во сне пришла идея о том, как упорядочить все элементы природы.
Проснувшись, он начал сводить известные элементы в регулярную таблицу, показывая при этом, что в их свойствах наблюдаются периодические закономерности. Из хаоса химических веществ и реакций вдруг явились порядок и предсказуемость. Все 60 или около того известных элементов легко встраивались в эту простую таблицу, но в ней оставались пробелы, и Менделеев смог предсказать свойства недостающих элементов. Когда эти элементы в соответствии с предсказанием были реально обнаружены в лаборатории, авторитет Менделеева невероятно вырос. Но почему химические элементы образуют такие правильные группы? Следующий серьезный шаг был сделан в 1898 году, когда Мария и Пьер Кюри выделили новый ряд нестабильных элементов, прежде невиданных. Без всякого источника энергии радий ярко светился в лаборатории, нарушая один из самых важных принципов физики — закон сохранения энергии. Принцип, согласно которому энергия не возникает ниоткуда и не исчезает. Энергия лучей радия бралась, кажется, ниоткуда. Ясно было, что без новой теории здесь не обойтись. До того момента химики считали, что фундаментальные составляющие вещества, химические элементы, вечны, что такие элементы, как водород или кислород, бесконечно сохраняют стабильность. Но теперь они в своих лабораториях могли наблюдать, как элементы, подобные радию, распадаются на другие элементы, испуская какое-то излучение в процессе распада. Кроме того, появилась возможность вычислить, как быстро распадаются эти нестабильные элементы, и оказалось, что время их распада может измеряться тысячами и даже миллиардами лет. Открытия Кюри помогли решить давний спор. Геологи, пораженные величественной неспешностью процессов образования горных пород, понимали, что возраст Земли должен составлять миллиарды лет. Но лорд Кельвин, один из гигантов классической викторианской физики, рассчитал, что остывание расплавленной Земли заняло бы всего лишь несколько миллионов лет. Кто из них был прав? Оказалось, что правы геологи. Лорд Кельвин не понимал, что новое природное явление, открытое супругами Кюри и получившее название ядерного взаимодействия, могло внести вклад в нагрев Земли. Поскольку радиоактивный распад способен протекать миллиарды лет, ядро Земли могло разогреваться в результате распада урана, тория и других радиоактивных элементов. Так что и разрушительные землетрясения, и извергающиеся вулканы, и медленный континентальный дрейф — все это получает энергию от ядерного взаимодействия. В 1910 году Эрнест Резерфорд положил кусочек излучающего радия в свинцовую коробочку с крохотным отверстием. Крохотный лучик излучения, выходящий через отверстие, он направил на тонкий лист золотой фольги. Ожидалось, что атомы золота полностью поглотят излучение. Однако Резерфорд, к своему немалому изумлению, обнаружил, что излучение радия прошло сквозь фольгу, как будто ее вообще не было. Это был поразительный результат. Он означал, что атомы состоят в основном из пустого пространства. Мы иногда демонстрируем это студентам. Мы кладем кусочек безвредного урана кому-нибудь на ладонь, а снизу подносим счетчик Гейгера, который регистрирует излучение. Студенты с изумлением слушают щелчки счетчика и убеждаются в том, что в тканях их тела действительно полно пустот. В начале 20 века стандартным представлением об атоме лучше всего соответствовала модель булочки с изюмом. Атом считали похожим на положительно заряженную булочку с рассыпанными внутри изюминками электронов. Постепенно, однако, начал вырисовываться принципиально другой образ атома. Атом получался в основном пустотелом, состоящим из облачка электронов, летающих вокруг крохотной плотной сердцевины, называемой ядром. Опыт Резерфорда помог доказать это, потому что иногда радиоактивный луч отклонялся от прямого пути плотно упакованными в ядре частицами. Проанализировав число, частоту и углы отклонения, Резерфорд смог оценить размер ядра атома. Ядро оказалось в 100 тысяч раз меньше самого атома. Позже ученые определили, что ядро, в свою очередь, состоит из еще более крохотных элементарных частиц — протонов, несущих положительный заряд, и нейтронов, не имеющих заряда. Казалось, что всю систему Менделеева можно сложить всего из трех элементарных частиц,
электрона, протона и нейтрона. Но какому уравнению подчиняются эти частицы? Квантовая революция. Так зарождалась новая теория, способная объяснить все эти загадочные открытия. Эта теория со временем стала причиной настоящей революции, которая бросила вызов всему, что мы знали до этого момента о Вселенной. Она получила название квантовой механики. Но что такое вообще квант и почему он так важен? Понятие кванта родилось в 1900 году, когда немецкий физик Макс Планк задался простым вопросом: почему нагретые предметы светятся? Когда люди тысячи лет назад впервые обуздали огонь, они заметили, что горячие объекты светятся определенными цветами. Кузнецы столетиями знали, что нагреваемые объекты меняют цвет от красного к желтому и голубому. Но когда физики попытались рассчитать этот эффект, опираясь на работы Ньютона и Максвелла, они столкнулись с проблемой. Согласно Ньютону, атомы, разогреваясь, начинают быстрее колебаться. А согласно Максвеллу, колеблющиеся заряды, в свою очередь, могут испускать электромагнитное излучение в виде света. Но когда физики рассчитали излучение, испускаемое горячими колеблющимися атомами, результат не оправдал ожиданий. На низких частотах эта модель достаточно хорошо совпадала с экспериментальными данными. Но при увеличении частоты энергия света должна была стремиться к бесконечности, что нелепо. Для физика бесконечность всего лишь признак того, что уравнения не работают, а сами они не понимают, что происходит. Тогда Макс Планк предложил невинную гипотезу, согласно которой энергия вместо того, чтобы быть непрерывной, как в теории Ньютона, на самом деле излучается дискретными пакетами, которые он назвал квантами. Отталкиваясь от этой идеи, он обнаружил, что может точно вычислять энергию, излучаемую нагретыми объектами. Чем горячее объект, тем выше частота его излучения, что соответствует разным цветовым оттенкам спектра. Вот почему нагретые тела меняют цвет от красного к голубому с ростом температуры. Кроме того, это позволяет нам определить температуру Солнца. Услышав в первый раз, что температура на поверхности Солнца составляет около 6000 градусов Цельсия, вы, возможно, с удивлением подумали: откуда мы это знаем? Никто и никогда не бывал на Солнце с термометром. На самом же деле температура Солнца известна нам благодаря длине волны излучаемого им света. После этого Планк рассчитал размер этих пакетов световой энергии или квантов и выразил его через константу — постоянную Планка H, которая равна 6,6 на 10 в минус 34 джоуль секунд. Это число Планк нашел вручную, подбирая энергию пакетов и добиваясь идеального совпадения с экспериментальными данными. Если мы устремим постоянную Планка к нулю, все уравнения квантовой теории сведутся к уравнениям Ньютона. Это означает, что странное поведение элементарных частиц, которое часто противоречит здравому смыслу, сводится к знакомым законам движения Ньютона, если присвоить постоянной Планка нулевое значение. Вот почему мы редко наблюдаем квантовые эффекты в повседневной жизни. Нашим органам чувств окружающий мир представляется вполне ньютоновским, потому что постоянная Планка — очень маленькое число, способное повлиять на Вселенную только на субатомном уровне. Эти небольшие квантовые эффекты называются квантовыми поправками, и физики иногда тратят целую жизнь на попытки их вычислить. В 1905 году, в том самом году, когда он сформулировал принципы специальной теории относительности, Эйнштейн применил квантовую теорию к свету и показал, что свет — это не просто волна, что он ведет себя как отдельный пакет энергии или частицы, которая получила название фотона. Так что свет, очевидно, имеет две ипостаси. Это и волна, как предсказывал Максвелл, и частица, фотон, как предсказали Планк и Эйнштейн. Так зарождались новые представления о свете. Свет состоит из фотонов, которые представляют собой кванты или частицы, но каждый фотон создает вокруг себя поля, электрическое и магнитное. Эти поля, в свою очередь, сформированы подобно волнам и подчиняются уравнениям Максвелла. Таким образом, мы получили красивую взаимосвязь частиц и полей, которые их окружают. Но если свет существует в двух формах, как частицы и как волны,
то не присуща ли и электрону та же странная двойственность? Этот вопрос был следующим логическим шагом. Ответу на него суждено было произвести глубинный эффект и до основания потрясти не только мир современной физики, но и саму цивилизацию. Электронные волны. После этого физики к собственному изумлению обнаружили, что электроны, которые когда-то считались твердыми компактными частицами, тоже могут вести себя подобно волнам. Чтобы продемонстрировать это, можно взять два листа бумаги и поставить их один за другим. В первом листе следует прорезать две щели, а затем направить на этот лист пучок электронов. В принципе, логично было бы ожидать появление на втором листе двух полос в тех местах, куда попадают электронные пучки из щелей. Каждый электрон проходит либо через одну щель, либо через вторую, но не через обе сразу. Так подсказывает здравый смысл. Но если проделать этот эксперимент в реальности, на втором листе появится группа вертикальных линий, типичное явление, возникающее при интерференции волн. Электроны, проходя сквозь двойную щель, ведут себя как волны, то есть интерферируют друг с другом по другую сторону экрана, словно они проходят сквозь оба отверстия одновременно, что невозможно в ньютоновской физике, но является, по сути, фундаментом квантовой механики. В следующий раз, когда будете принимать ванну, шлепните аккуратно по воде в двух местах одновременно и увидите, как появляется интерференционная картина, похожая на узор паутины. Больше того, такая картина возникает даже если запускать электроны по одному. Но это означает в некотором смысле, что электрон проходит сквозь обе щели одновременно. В этом заключается парадокс. Как может точечная частица, электрон, интерферировать сам собой, словно он умудрился пройти сквозь две щели? Плюс ко всему, другие эксперименты с электронами показали, что они способны пропадать и вновь появляться в другом месте, что совершенно невозможно в ньютоновском мире. Если бы постоянная планка была значительно больше и оказывала влияние на объекты осязаемого человеком масштаба, то наш мир был бы совершенно неузнаваемым и странным местом. Объекты могли бы пропадать и вновь появляться в другом месте, а также находиться в двух местах одновременно. Какой бы невероятной ни казалась квантовая теория, вскоре она начала демонстрировать впечатляющие успехи. В 1925 году австрийский физик Эрвин Шрёдингер записал свое знаменитое уравнение, которое в точности описывало движение этих частиц волн. Применительно к атому водорода, где единственный электрон обращается вокруг протона, оно дало замечательное совпадение с экспериментом. Уровни электрона, обнаруженные в атоме Шрёдингера, точно соответствовали экспериментальным результатам. Мало того, вся система Менделеева может быть в принципе объяснена через решение уравнения Шрёдингера. Объяснение периодической системы. Одно из важных достижений квантовой механики — ее способность объяснять поведение строительных кирпичиков вещества, атомов и молекул. По Шрёдингеру электрон представляет собой волну, которая окружает крохотное ядро. Двигаться вокруг ядра могут только волны с определенными дискретными длинами. Волны, длина которых укладывается целое число раз в орбиту, вписывается в эту систему замечательно. А вот те, у которых длина не укладывается целое число раз, не могут полностью обернуться вокруг ядра. Они неустойчивы и не способны образовывать стабильные атомы. Это означает, что электроны могут двигаться только в пределах отдельных конкретных оболочек. По мере того, как мы удаляемся от ядра, эта базовая закономерность повторяется. С увеличением числа электронов внешнее кольцо все дальше отодвигается от центра. Чем дальше отходишь, тем больше электронов обнаруживаешь. Этим и объясняется, почему система Менделеева содержит повторяющиеся регулярные дискретные уровни. Причем каждый уровень повторяет поведение лежащей под ним оболочки. Подобный эффект можно заметить, когда вы начинаете петь в душе. Только определенные дискретные частоты или длины волн удачно отражаются от стен и усиливаются, тогда как другие, которые не укладываются целиком, глушатся, аналогично тому, как электронные волны обращаются вокруг ядра атома. Годятся только определенные дискретные частоты. Этот прорыв принципиально изменил курс развития физики. Представьте,
В одном году физики, пытаясь описать атом, оказываются в совершенном тупике. А уже на следующий год, получив уравнение Шрёдингера, они учатся рассчитывать внутреннее строение самого атома. Я иногда преподаю квантовую механику магистрантам и обязательно пытаюсь донести до них тот факт, что все вокруг нас может в определенном смысле быть описано через решение этого уравнения. Я говорю им, что с его помощью можно объяснить не только атомы, но и связи атомов, и образование молекул, а следовательно и все химические вещества, из которых состоит наша Вселенная. Однако каким бы всеобъемлющим ни было уравнение Шрёдингера, оно все же имело ограничения. Оно работало только для маленьких скоростей, то есть было нерелятивистским. Уравнение Шрёдингера ничего не говорило о скорости света, о специальной теории относительности и о том, как электроны взаимодействуют со светом через уравнение Максвелла. Не было в нем и красивой симметрии теории Эйнштейна. Скорее, оно было неуклюжим, да и работать с ним математически было трудно. Теория электрона Дирака. И вот 22-летний физик Поль Дирак решил соединить пространство и время и написать волновое уравнение, которое подчинялось бы специальной теории относительности Эйнштейна. Одной из причин отсутствия элегантности в уравнении Шрёдингера было то, что пространство и время рассматривались по отдельности, из-за чего вычисления зачастую были утомительными и требовали много времени. Теория Дирака объединяла то и другое и обладала четырехмерной симметрией, так что она одновременно была красивой, компактной и элегантной. Все неуклюжие члены оригинального уравнения Шрёдингера трансформировались в одно простое четырехмерное уравнение. Помню, как во времена учебы в старших классах я отчаянно пытался заучить уравнение Шрёдингера и сражался с его некрасивыми членами. «Разве может быть природа такой злонамеренной, — думал я, — чтобы сотворить настолько неуклюжее волновое уравнение?» Затем я наткнулся на уравнение Дирака, которое оказалось красивым и компактным. Я даже прослезился, когда увидел его. Уравнение Дирака имело шумный успех. Как мы уже знаем, Фарадей показал, что переменное электрическое поле в проволочной рамке порождает магнитное поле. Но откуда берется магнитное поле в стержневом магните, где нет никаких движущихся зарядов? Это казалось загадкой. Но уравнения Дирака предсказывали, что электрон имеет вращательный момент, который создает собственное магнитное поле. В математику это свойство электрона, спин, было встроено с самого начала. Однако спин — непривычное вращение, которое мы видим вокруг, например, в гироскопе, а один из математических членов в уравнении Дирака. Магнитное поле, созданное спином, точно соответствует полю, которое на самом деле обнаруживается у электронов. Это помогает объяснить происхождение магнетизма. Так откуда же берется магнитное поле в магните? Его порождает спин электронов, находящихся внутри металла. Позже выяснилось, что спином обладают все элементарные частицы. Мы вернемся к этой важной концепции в одной из следующих глав. Что еще важнее, уравнение Дирака предсказало существование неожиданной новой формы вещества, получившей название антивещества. Антивещество подчиняется тем же законам, что и обычное вещество, за исключением того, что обладает зарядом противоположного знака. Так что антиэлектрон, называемый также позитроном, имеет положительный, а не отрицательный электрический заряд. В принципе, можно создавать антиатомы, состоящие из антиэлектронов, обращающихся вокруг антипротонов и антинейтронов. Атомы антиводорода люди научились создавать еще в середине 1990-х годов. Но когда вещество и антивещество сталкиваются, происходит взрыв с выделением энергии. Антивещество станет принципиально важным элементом теории всего, поскольку все частицы в окончательной теории должны иметь двойников из антивещества. Прежде физики рассматривали симметрию как эстетически приятный, но несущественный аспект любой теории. Теперь их поражала мощь симметрии, то, что симметрия способна реально предсказывать совершенно новые и неожиданные физические явления, такие как антивещество и спин электрона. Физики начинали понимать, что симметрия
необходимое и неизбежное свойство Вселенной на фундаментальном уровне. Что колеблется? Но ученым по-прежнему не давал покоя ряд вопросов. Если электрон обладает волновыми свойствами, то что именно возмущает среду, в которой существует эта волна? Что колеблется? И как эта волна может проходить сквозь два разных отверстия одновременно? Как электрон может в одно и то же время находиться в двух местах? Ответ оказался поразительным и невероятным, и сразу же разделил физическое сообщество пополам. Макс Борн в статье 1926 года написал, что колеблется вероятность нахождения электрона в данной точке. Иными словами, невозможно определить точно и наверняка, где находится электрон. Все, что вы можете узнать, это вероятность его нахождения. Вернер Гейзенберг закрепил это положение в своем знаменитом принципе неопределенности, который гласил, что знать точно и скорость, и местоположение электрона невозможно. Иными словами, электроны — это частицы, но вероятность нахождения этой частицы в любой заданной точке задается волновой функцией. Эта идея произвела эффект разорвавшейся бомбы. Она означала, что точно предсказать будущее нельзя. Можно предсказать только шансы на то, что определенные вещи произойдут. Но отрицать успехи квантовой теории было невозможно. Эйнштейн написал: «Чем более успешной становится квантовая теория, тем глупее она выглядит. Даже Шрёдингер, первым предложивший концепцию электрона как волны, отверг вероятностную интерпретацию своих собственных уравнений. И сегодня физики продолжают спорить о философских следствиях волновой теории. Разве можно находиться в двух местах одновременно?» Нобелевский лауреат Ричард Фейнман однажды сказал: «Мне кажется, можно с уверенностью сказать, что квантовую механику не понимает никто». Еще со времен Ньютона физики придерживались во взглядах так называемого детерминизма, философии, согласно которой все будущие события можно точно предсказать. Законы природы определяют движение всех объектов во Вселенной, делая его упорядоченным и предсказуемым. Для Ньютона Вселенная была подобна часовому механизму, тикающему точно предсказуемым образом. Если бы были известны координаты и скорости всех частиц во Вселенной, то из этих данных можно было бы вывести все будущие события. Конечно, смертные всегда были одержимы предсказанием будущего. Шекспир в «Макбете» писал: «Коль вы способны, се времен провидя, сказать, чьи семена взойдут, чьи нет, судьбу и мне откройте». Согласно ньютоновой физике, можно заранее предсказать, какое зерно прорастет, а какое нет. Эта точка зрения преобладала среди физиков на протяжении нескольких столетий, так что неопределенность была ересью и потрясла современную физику до основания. Битва титанов. По одну сторону этого спора были Эйнштейн и Шрёдингер, принимавшие в свое время участие в запуске квантовой революции. По другую сторону — Нильс Бор и Вернер Гейзенберг, создатели новой квантовой теории. Кульминацией схватки стал исторический шестой Сальвеевский конгресс в 1930 году в Брюсселе. Именно там произошли главные дебаты эпохи, в ходе которых гиганты физики сошлись лицом к лицу в схватке за смысл самой реальности. Пауль Эренфест позже писал об этом: «Я никогда не забуду, как на моих глазах два оппонента покидали университетский клуб. Эйнштейн являл собой величественную фигуру и шел спокойно, со слабой ироничной улыбкой, а Бор, ужасно расстроенный, семенил рядом с ним. В холле можно было услышать, как Бор отрешенно бормотал себе под нос одно только слово: Эйнштейн, Эйнштейн, Эйнштейн». Эйнштейн начал атаку, выдвигая против квантовой теории возражение за возражением и пытаясь наглядно продемонстрировать всю ее абсурдность. Но Бор успешно отражал критические замечания Эйнштейна одно за другим. Когда Эйнштейн очередной раз повторил, что Бог не играет в кости со Вселенной, Бор, как говорят, ответил: «Перестаньте указывать Богу, что делать». Физик из Принстона Джон Уиллер сказал: «Это были величайшие дебаты из всех мне известных в нашей интеллектуальной истории.
За 30 лет я ни разу не слышал о публичном споре двух более великих людей, который продлился бы дольше и был бы посвящен более глубокому вопросу с более глубокими последствиями для понимания этого нашего странного мира. Историки в основном сходятся во мнении, что спор этот выиграли Бор и квантовые бунтари. И все же Эйнштейну удалось вскрыть и продемонстрировать всем трещины в фундаменте квантовой механики. Он показал, что этот великан стоит на глиняных философских ногах. Высказанные им тогда критические замечания можно услышать даже сегодня. И в центре их находится один интересный код. Код Шрёдингера. Шрёдингер придумал простой мысленный эксперимент, в котором наглядно проявилась суть проблемы. Поместите кота в запечатанный ящик. Положите туда же кусок урана. Когда из урана вылетит элементарная частица, сработает счетчик Гейгера, приводящий в действие пистолет, который выпустит пулю в кота. Вопрос при этом ставится так: кот жив или мертв? Поскольку распад атома урана — чисто квантовое событие, то и кота вам придется описывать с точки зрения квантовой механики. Для Гейзенберга, пока вы не открыли ящик, кот существует в виде сочетания различных квантовых состояний, то есть представляет собой сумму двух волн. Одна из этих волн описывает мертвого кота, другая — живого. Кот при этом не жив и не мертв, но представляет собой сочетание этих двух состояний. Единственный способ сказать, мертв кот или жив, — открыть ящик и произвести наблюдение. Тогда волновая функция схлопнется в мертвого или живого кота. Иными словами, наблюдение, для которого требуется сознание, определяет существование. Для Эйнштейна все это было нелепостью и напоминало философию епископа Беркли, который задавал вопрос: если дерево падает в лесу и вокруг нет никого, кто мог бы это услышать, то производит ли его падение звук? Солипсисты сказали бы, что нет, но квантовая теория поступила еще хуже. Она объявила, что если в лесу имеется дерево, рядом с которым никого нет, то это дерево существует как сумма множества различных состояний. Например, сгоревшего дерева, молодого ростка, бревна, листа фанеры. Только когда вы смотрите на это дерево, его волновая функция волшебным образом схлопывается в обычное дерево. Когда к Эйнштейну домой приходили гости, он бывало спрашивал, существует ли Луна только потому, что на нее смотрит мышь? Но какой бы нелепой ни казалась квантовая теория, как бы сильно она ни противоречила здравому смыслу, у нее имелось одно серьезное достоинство. Она была экспериментально верна. Предсказания квантовой теории проверены до 11 цифр после запятой, что делает ее самой точной теорией всех времен. Эйнштейн, однако, готов был признать, что квантовая теория частично истинна. В 1929 году он даже выдвинул Шрёдингера и Гейзенберга на Нобелевскую премию по физике. Даже сегодня среди физиков не существует единого мнения по проблеме кота. Старая копенгагенская интерпретация Нильса Бора, в которой истинный кот появляется только потому, что наблюдение вызывает схлопывание его волновой функции, вышла из моды, поскольку сегодня при помощи нанотехнологий мы можем манипулировать отдельными атомами и проводить подобные эксперименты. Более популярной стала многомировая интерпретация, где Вселенная расщепляется надвое, причем в одной половине кот мертв, а в другой жив. Успех квантовой теории позволил физикам в 1930-е годы обратить взгляды на другую задачу и нацелиться на новый приз. Они вознамерились ответить на извечный вопрос: почему светит Солнце? Энергия Солнца. С незапамятных времен многие религии мира обожествляли Солнце, помещая его в самый центр своей мифологии. Солнце было одним из самых могущественных богов, правивших небесами. Для греков это был Гелиос, каждый день величественно проезжавший на своей сверкающей колеснице по небу, освещая наш мир и даруя жизнь. У ацтеков, египтян и древних индусов были свои версии солнечного бога. Но в эпоху Возрождения некоторые ученые попытались исследовать Солнце через призму физики. Если бы наше светило было сделано из дерева или масла, все его топливо давно выгорело бы. А если в громадных пространствах открытого космоса нет воздуха,
то и пламя Солнца давно бы потухло. Так что вечная энергия Солнца оставалась загадкой. В 1835 году ученым всего мира был брошен вызов. Французский философ Огюст Конт, основатель философии позитивизма, объявил, что наука, конечно, мощный инструмент и раскрывает многие тайны Вселенной, но одно навсегда останется неподвластным ей. Даже величайшим ученым никогда не удастся ответить на вопрос, из чего сделаны планеты и Солнце. Это был разумный вызов, ведь краеугольным камнем науки является проверяемость. Все научные открытия должны быть воспроизводимыми и проверяться в лаборатории, но набрать солнечный материал в бутылку и доставить его на Землю было со всей очевидностью невозможно. Следовательно, и ответ на этот вопрос должен был навсегда остаться для нас загадкой. По иронии судьбы, всего через несколько лет после того, как Конт сделал свое заявление в книге «Позитивная философия», физики сумели достойно ответить на его вызов. Они выяснили, что Солнце состоит в основном из водорода. На самом деле, в описанное автором время было установлено всего лишь, что на Солнце есть водород. О том, что он не просто есть, но является основным составным элементом Солнца, ученые узнали много позже, в 1930-е годы. Конт в своих рассуждениях допустил небольшую, но критически важную ошибку. Да, наука всегда должна быть проверяемой. Но, как мы уже установили, большая часть научных исследований проводится косвенным образом, опосредованно. В начале XIX века Йозеф фон Фраунгофер разработал самые точные спектрографы своего времени. В спектрографе свет проходит через призму или другой диспергирующий элемент и дает на экран радугу, показывающую, сколько в световом пучке лучей с разной длиной волны. При пропускании через спектрограф солнечного света на фоне привычной радуги наблюдаются узкие темные полоски. Эти линии возникают потому, что электроны совершают квантовые скачки с орбиты на орбиту, высвобождая или поглощая при этом определенное количество энергии. Поскольку каждый химический элемент дает собственные, характерные только для него линии, каждая спектральная линия подобна отпечатку пальца и позволяет наблюдателю определить, из чего состоит исследуемое вещество. Помимо всего прочего, спектрографы помогли разгадать множество преступлений, поскольку они позволяют установить, откуда пришел преступник, по оставленной его ботинками грязи, природу токсина в составе яда и принадлежность микроскопических волокон и волос. Спектрографы дают возможность воссоздать картину преступления, определив химический состав всех присутствующих веществ. Именно анализ спектральных линий солнечного света позволил ученым определить, что Солнце состоит преимущественно из водорода. Больше того, физики обнаружили на Солнце и новое неизвестное вещество. Они назвали его гелием, что означает «солнечный». Таким образом, гелий впервые был обнаружен на Солнце, а не на Земле. Вскоре после исследований Фраунгофера астрономы сделали еще одно важное открытие. Проанализировав свет звезд, они обнаружили, что эти светила тоже состоят из веществ, которые обычны на Земле. Это было очень важное открытие, ведь оно указывало, что законы физики одинаковы не только у нас в Солнечной системе, но и во всей Вселенной. Как только теории Эйнштейна получили признание, физики, такие как Артур Эддингтон и Ханс Бетте, собрали все данные воедино и определили, какое топливо служит источником энергии Солнца. Гравитационное поле Солнца способно сжать водород так, что протоны начинают сливаться друг с другом с образованием гелия, а затем и более тяжелых элементов. Поскольку гелий весит чуть меньше, чем весит суммарно ядра водорода, при слиянии которых он образуется, это означает, что пропавшая масса превращается в энергию согласно формуле Эйнштейна E равно mc в квадрате. Квантовая механика и война. Пока физики спорили об ошеломляющих парадоксах квантовой теории, на горизонте собирались грозовые тучи войны. Адольф Гитлер захватил власть в Германии в 1933 году, и физики были вынуждены массово бежать из страны, спасаясь от ареста или худшей участи. Однажды на улице Шрёдингер стал свидетелем того, как нацисты в коричневых рубашках травили ни в чем не повинных евреев,
обычных прохожих и лавочников. Он попытался остановить их, они набросились на него и стали бить. Избиение прекратилось только тогда, когда один из коричнево-рубашечников узнал ученого и сказал остальным, что человек, которого они бьют, лауреат Нобелевской премии по физике. Потрясенный Шрёдингер вскоре покинул Австрию. Лучшие представители немецкой науки, встревоженные ежедневными сообщениями о репрессиях, уезжали из своей страны. Всегда дипломатичный Планк, отец квантовой теории, лично умолял Гитлера остановить массовый исход немецких ученых, в результате которого страна могла лишиться лучших умов. Но Гитлер просто наорал на него, обвинив во всем евреев. Позже Планк написал, что говорить с таким человеком было невозможно. Печально, но собственный сын Планка входил в группу заговорщиков, пытавшихся убить Гитлера, за что был подвергнут жестоким пыткам и затем казнен. На протяжении нескольких десятилетий Эйнштейну задавали вопрос о том, может ли его уравнение помочь высвободить сказочное количество энергии, запертой внутри атома. Эйнштейн всегда отвечал «нет». Энергия, высвобожденная одним атомом, слишком мала, чтобы ее практически использовать. Гитлер, однако, хотел использовать научное превосходство Германии в целях создания мощного, невиданного прежде оружия, оружия террора, такого как ракеты Фау-1 и Фау-2 и атомная бомба. В конце концов, если Солнце питается ядерной энергией, то можно, наверное, создать и супероружие на том же источнике энергии. Ключевую идею о том, как практически использовать уравнение Эйнштейна, высказал физик Лео Силлард. Еще до него немецкие физики показали, что ядро урана при бомбардировке нейтронами может распадаться на части с высвобождением дополнительных нейтронов. Энергия, высвобождаемая при расщеплении одного ядра, чрезвычайно мала, но Силлард понял, что ядерную мощь урана можно многократно усилить в результате цепной реакции. При расщеплении одного ядра урана высвобождается два нейтрона. Эти нейтроны затем могут расщепить еще два ядра урана, которые испустят 4 нейтрона. Затем вы получите 8, 16, 32, 64 и так далее нейтронов. То есть число расщепленных ядер урана будет расти экспоненциально, а энергии выделится столько, что можно будет сравнять с Землей крупный город. Внезапно отвлеченные дискуссии, разделившие физическое сообщество на Сальвеевском конгрессе, стали вопросом жизни и смерти, где на карту была поставлена судьба народов, стран и в конечном итоге всей человеческой цивилизации. Эйнштейн пришел в ужас, когда узнал, что в Богемии нацисты закрывают доступ в шахты по добыче урановой смолки и засекречивают их работу. Эйнштейн, хотя и был пацифистом, считал себя обязанным написать судьбоносное письмо президенту США Франклину Рузвельту, в котором призывал США создать атомную бомбу. Получив письмо, Рузвельт дал добро на крупнейший научный проект в истории — Манхэттенский проект. В Германии же нацисты назначили главой атомного проекта Вернера Гейзенберга, которого многие считали лучшим квантовым физиком планеты. По мнению некоторых историков, страх, что Гейзенберг сумеет опередить союзников в создании атомной бомбы, был так велик, что Управление стратегических служб, предшественник ЦРУ, разработало план его убийства. В 1944 году это задание было поручено Мо Бергу, бывшему профессиональному бейсболисту-кетчеру команды «Бруклин Доджерс». Берг пришел на лекцию, которую Гейзенберг читал в Сюрихе, с приказом убить физика, если ему, Бергу, покажется, что германский проект создания атомной бомбы близок к завершению. Эта история подробно рассказана в книге Николаса Давидофа «Этот кетчер был шпионом». К счастью, нацистский атомный проект значительно отставал от союзнического. Он плохо финансировался и постоянно сдвигался по срокам. Кроме того, его базу бомбили союзники. А главное, Гейзенберг еще не решил тогда принципиальную для создания атомной бомбы задачу. Не определил количество обогащенного урана или плутония, необходимое для запуска цепной реакции. То, что называют критической массой. На самом деле требовалось примерно 10 килограммов урана-235. Иначе говоря, такое количество урана, которое может поместиться в пригоршне.
После войны мир начал понимать, что мудреные непонятные уравнения квантовой теории являются ключом не только к атомной физике, но и, возможно, к судьбе рода человеческого. Физики, однако, постепенно возвращались к вопросу, который перед войной ставил их в тупик. Как создать полную квантовую теорию вещества? После войны Эйнштейн, величественный гений, раскрывший перед человечеством космическую взаимосвязь вещества и энергии и разгадавший тайну звезд, оказался в одиночестве и изоляции. Почти все последние успехи в физике были связаны с квантовой теорией, а не с единой теорией поля. Мало того, Эйнштейн жаловался, что другие физики смотрят на него как на реликт прежней эпохи. Его цель — создать единую теорию поля, большинство физиков считало слишком сложной, особенно с учетом того, что ядерное взаимодействие оставалось пока полной загадкой. Эйнштейн отмечал: «Большинство смотрит на меня как на какую-то окаменелость, ослепшую и оглохшую от старости. Мне эта роль представляется не слишком неприятной, поскольку довольно хорошо соответствует моему темпераменту». В прошлом работа Эйнштейна всегда опиралась на некий фундаментальный принцип. В специальной теории относительности уравнения должны были оставаться неизменными при замене x, y, z и t друг на друга. В общей теории относительности это был принцип эквивалентности, то, что гравитация и ускорение могут быть эквивалентны друг другу. Но в поиске теории всего Эйнштейну не удалось отыскать для себя руководящий принцип. Даже сегодня, просматривая записные книжки и расчеты Эйнштейна, я нахожу в них множество идей, но не вижу единого принципа. Эйнштейн и сам понимал, что это обрекает его поиски на неудачу. Однажды он грустно заметил: «Мне кажется, для реального прогресса необходимо опять выпытать у природы какой-нибудь общий принцип». Он так и не нашел этот принцип. Однажды Эйнштейн храбро сказал, что Бог изощрен, но не злонамерен. В последние годы жизни он разочаровался и заключил: «Я передумал. Возможно, Бог все же злонамерен». Хотя большинство физиков игнорировало поиск единой теории поля, время от времени кто-нибудь решался попытать счастье и предлагал на суд коллег свою версию такой теории. Даже Эрвин Шрёдингер не остался в стороне. Он скромно написал Эйнштейну: «Вы охотитесь на льва, тогда как я говорю о кроликах». Тем не менее, в 1947 году Шрёдингер провел пресс-конференцию и рассказал о своем варианте единой теории поля. На пресс-конференции появился даже премьер-министр Ирландии Имон де Валера. Шрёдингер сказал: «Мне кажется, я прав. В противном случае я буду выглядеть чертовски глупо». Эйнштейн позже сказал Шрёдингеру, что сам он тоже рассматривал такую теорию и нашел ее ошибочной. К тому же эта теория не могла объяснить природу электронов и атома. Вернер Гейзенберг и Вольфганг Паули тоже заметили ошибку и предложили свой вариант единой теории поля. Паули был известнейшим циником физики и критиком программы Эйнштейна. Известен его комментарий на эту тему: «Что Бог разорвал, человек да не соединит». Иными словами, если Бог счел нужным разделить взаимодействие во Вселенной, то кто мы такие, чтобы пытаться вновь соединить их? В 1958 году Паули прочел в Колумбийском университете лекцию, в которой изложил единую теорию поля Гейзенберга-Паули. В аудитории присутствовал Бор. После лекции он встал и сказал: «Мы на галерке убеждены, что ваша теория безумна. Однако мы разошлись во мнениях о том, достаточно ли она безумна». Это замечание послужило поводом для горячей дискуссии, в которой Паули утверждал, что его теория достаточно безумна, чтобы быть верной, а остальные говорили, что безумия в ней недостает. Физик Джереми Бернштейн, участник тех событий, вспоминал: «Это было страшное столкновение двух гигантов современной физики. Меня мучил вопрос, что подумал бы обо всем этом случайный посетитель не физик». Бор оказался прав. Позже было показано, что теория, представленная Паули, неверна. Однако Бор тогда высказал одну важную мысль. Все простые очевидные теории Эйнштейн с коллегами уже опробовал, и все они не оправдали надежд. Следовательно, истинная единая теория поля должна радикально отличаться от всех предыдущих подходов. Нужно нечто достаточно безумное, чтобы претендовать на роль единой теории всего. КЭД.
Реальный прогресс в послевоенную эпоху был достигнут в создании полной квантовой теории света и электронов, получившей название квантовой электродинамики, или КЭД. Цель заключалась в объединении теории электрона Дирака с теорией света Максвелла и формулировании теории света и электронов, соответствующей канонам квантовой механики и специальной теории относительности. Однако теория, которая объединила бы электроны Дирака с общей теорией относительности, считалась слишком сложной и в качестве цели не рассматривалась. Еще в 1930 году Роберт Оппенгеймер, возглавивший позже проект по созданию атомной бомбы, заметил один глубоко тревожный факт. Всякая попытка описать квантовую теорию взаимодействия электрона и фотона приводила к тому, что квантовые поправки, вопреки ожиданиям, расходились, выдавая бесполезные, бесконечные результаты. Предполагалось, что квантовые поправки должны быть маленькими. Таким принципом в физике руководствовались не один десяток лет. Получалось, что попытка просто объединить уравнение электронов Дирака и теорию фотонов Максвелла несла в себе какой-то принципиально важный порог. Это мучило физиков на протяжении почти двух десятилетий. Многие работали над этой проблемой, но успеха не достигли. Наконец, в 1949 году трое работавших независимо молодых физиков, Ричард Фейнман и Джулиан Швингер в США и Синьетиро Томанага в Японии, сумели решить эту давнюю задачу. Успех, достигнутый ими, был несомненен. Ученые получили возможность рассчитывать такие вещи, как магнитные свойства электрона с огромной точностью. Но способ, которым они этого добились, был противоречив — и до сих пор, даже сегодня, вызывает у физиков некоторую неловкость и смятение. Начали они с уравнений Дирака и Максвелла, где задаются начальные значения массы и заряду электрона, называемые затравочной массой и затравочным зарядом. Затем они рассчитали квантовые поправки к затравочным массе и заряду. Эти квантовые поправки получились расходящимися. Собственно, именно эту проблему ранее обнаружил Оппенгеймер. Но дальше начинается волшебство. Если мы будем считать, что первоначальные затравочные масса и заряд с самого начала были бесконечными, а затем рассчитаем для них бесконечные квантовые поправки, то обнаружим, что эти два бесконечных числа компенсируют друг друга, оставляя нам конечный результат. Иными словами, бесконечность минус бесконечность равна нулю. Идея была безумна, но она сработала. При помощи КЭД напряженность магнитного поля электрона можно рассчитать с астрономической точностью до 1/100 миллиардной доли. Численное согласование теории и эксперимента здесь, возможно, самое впечатляющее во всей науке, отметил Стивен Вайнберг. Это как рассчитать расстояние от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка с точностью до толщины волоса. Швингер так гордился этим, что велел высечь символ этого результата на своем памятнике. Этот метод называется теорией перенормировки. Процедура эта, однако, трудоемкая, сложная и очень нудная. Буквально тысячи слагаемых необходимо вычислить с высокой точностью, и все они должны столь же точно взаимно уничтожиться. Даже крохотная ошибка в этой толстой книге уравнений может испортить весь расчет. Не будет преувеличением сказать, что некоторые физики всю свою профессиональную жизнь проводят за вычислением при помощи теории перенормировки квантовых поправок для следующей значащей цифры. Из-за своей сложности процесс перенормировки не понравился даже Дираку, который с самого начала участвовал в создании КЭД. Дирак считал, что этот метод выглядит совершенно искусственным и напоминает заметание ссоры под ковер. Однажды он сказал: «Просто это неразумная математика. В разумной математике величиной пренебрегают, если она окажется маленькой, а вовсе не потому, что она бесконечно велика и мешает вам». Теория перенормировки, способная объединить специальную теорию относительности с электромагнетизмом Максвелла, в самом деле крайне неуклюжа. Чтобы скомпенсировать тысячи слагаемых, нужно овладеть целой энциклопедией математических фокусов, но с результатами не поспоришь. Практические результаты квантовой революции. Это, в свою очередь, проложило путь к замечательной группе открытий, которым суждено было дать толчок третьей великой революции в истории — революции высоких технологий, включая транзисторы и лазеры,
и таким образом внести вклад в определение облика современного мира. Возьмем транзистор, пожалуй, важнейшее изобретение за последние 100 лет. Он привел к информационной революции с ее телекоммуникационными системами, компьютерами и интернетом. По существу, транзистор — это вентиль, управляющий потоком электронов. Представьте себе водопроводный кран. При помощи небольшого поворота маховичка мы можем управлять потоком воды в трубе. Точно так же транзистор, как крохотный электронный вентиль, позволяет слабому электрическому сигналу управлять гораздо более мощным потоком электронов в проводнике. Это дает возможность усиливать слабый сигнал. Аналогично лазер, одно из самых универсальных оптических устройств в истории, это еще один побочный продукт квантовой теории. Для создания газового лазера берут трубку с неким газом или газовой смесью. Затем накачивают ее энергией, прикладывая электрический ток. Внезапный приток энергии заставляет триллионы электронов в газе перейти на более высокий энергетический уровень. Однако этот массив возбужденных атомов нестабилен. Когда один из электронов возвращается на более низкий уровень, он испускает фотон света, который взаимодействует с соседним накачанным энергией атомом. Это заставляет второй атом тоже вернуться на более низкий уровень и испустить фотон. Квантовая механика предсказывает, что второй фотон будет колебаться в унисон с первым. В обоих концах трубки можно поставить зеркала, усиливающие поток фотонов. В конечном итоге этот процесс порождает гигантскую лавину фотонов, которые многократно проходят через газ между зеркалами, создавая лазерный луч. Сегодня лазеры можно встретить где угодно — в кассовых аппаратах супермаркетов, в больницах, в компьютерах, на рок-концертах, в искусственных спутниках и тому подобном. Лазерный луч способен переносить не только громадные объемы информации, но и колоссальное количество энергии, достаточное, чтобы прожечь насквозь большинство материалов. Судя по всему, единственными факторами, ограничивающими энергию лазерного луча, являются стабильность активного вещества лазера и энергия, питающая лазер. Так что, имея подходящее активное вещество и достаточно мощный источник энергии, можно, в принципе, получить луч, похожий на те, что показывают в научно-фантастических фильмах. Что такое жизнь? Эрвин Шрёдингер был одним из основоположников квантовой механики. Однако его интересовала и другая научная проблема, не одно столетие занимавшая ученых и ставившая их в тупик. Что такое жизнь? Может ли квантовая механика разгадать эту давнюю загадку? Он считал, что одним из побочных результатов квантовой революции должен стать ключ к пониманию происхождения жизни. На протяжении всей истории науки естествоиспытатели и философы верили в существование некой жизненной силы, которая делала возможным появление живых существ. Когда в тело вселялось нечто таинственное, называемое душой, оно внезапно оживало и вело себя как человек. Многие верили в так называемый дуализм, в котором материальное тело сосуществовало с бесплотной душой. Шрёдингер, однако, считал, что код жизни заключен в некой основополагающей молекуле, которая подчиняется законам квантовой механики. Эйнштейн, например, изгнал из физики эфир. Подобно ему, Шрёдингер хотел изгнать из биологии жизненную силу. В 1944 году он написал новаторскую книгу «Что такое жизнь», которая произвела глубокое впечатление на новое поколение послевоенных ученых. Шрёдингер предложил использовать квантовую механику для получения ответа на самый древний вопрос о жизни. В книге он отмечал, что генетический код каким-то образом передается от одного поколения живых организмов следующему. Он был убежден, что код этот находится не в душе, а в каком-то наборе молекул в наших клетках. Опираясь на квантовую механику, Шрёдингер рассуждал о том, какой могла бы быть эта загадочная основополагающая молекула. Однако в 1940-е годы наши знания в сфере молекулярной биологии были недостаточны, чтобы предметно ответить на этот вопрос. Но двое ученых, Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик, прочитав эту книгу, увлеклись поиском основополагающей молекулы. Они понимали, что из-за ничтожных размеров молекул увидеть одну из них или манипулировать ею невозможно. Дело в том, что длина волны видимого света —
намного превышает размер молекулы. Но у них имелся еще один квантовый инструмент — рентгеновская кристаллография. Длина волны рентгеновского излучения сравнима с размерами молекул, поэтому при попадании рентгеновских лучей на кристалл органического вещества они должны рассеиваться. Но картина рассеяния содержит информацию об атомной структуре кристалла. Разные молекулы дают разные рентгеновские узоры или рентгенограммы. Квалифицированный специалист по квантовой физике, взглянув на рентгенограмму, может сделать вывод о структуре молекулы. Так что, хотя саму молекулу увидеть невозможно, расшифровать ее структуру ученым вполне по силам. Квантовая механика настолько мощный инструмент, что можно даже определить, под каким углом расположены атомы, образующие молекулы. Затем, подобно ребенку, играющему с конструктором вроде Tinker Toy или Lego, можно составить атом за атомом нужные цепочки, правильно соединить их и воспроизвести реальную структуру сложной молекулы. Уотсон и Крик поняли, что одним из главных компонентов ядра клетки является молекула ДНК, так что именно эта молекула стала их главной целью. Проанализировав рентгенограммы, сделанные Розалиндой Франклин, они пришли к выводу, что структура молекулы ДНК представляет собой двойную спираль. В одной из важнейших работ, опубликованных в 20 веке, Уотсон и Крик полностью расшифровали при помощи квантовой механики структуру молекулы ДНК. Это был шедевр. Они убедительно продемонстрировали, что фундаментальный процесс, присущий всему живому, размножение, может быть воспроизведен на молекулярном уровне. Оказалось, что жизнь зашифрована в нитях ДНК, которые можно обнаружить в любой клетке. Этот прорыв дал ученым шанс реализовать сокровенную мечту биологии — проект «Геном человека», результатом которого стала возможность получить полное атомное описание ДНК любого человека. Как предсказывал в 19 веке Чарльз Дарвин, теперь ученые получили возможность построить древо жизни на Земле, где каждое живое существо и каждая окаменелость должны занять свое место на одной из ветвей. И все это при помощи квантовой механики. Таким образом, объединение законов квантовой физики помогло не только раскрыть тайны Вселенной, но и построить единое древо жизни. Ядерное взаимодействие. Как мы знаем, Эйнштейн не сумел завершить свою единую теорию поля отчасти потому, что в его арсенале отсутствовала громадная часть головоломки — ядерное взаимодействие. Тогда, в 1920-е и 1930-е годы, о нем почти ничего не было известно. Но в послевоенную эпоху физики, опираясь на головокружительный успех квантовой электродинамики, обратили свое внимание на следующую насущную проблему — применение квантовой теории к ядерным взаимодействиям. Это была сложная и трудоемкая задача, поскольку начинать приходилось с самого начала. Кроме того, для успешного продвижения по неизвестной территории требовались совершенно новые инструменты. Существует два типа ядерных взаимодействий — сильное и слабое. Поскольку протон положительно заряжен, а положительные заряды отталкиваются друг от друга, ядро атома, по идее, должно было бы разлететься на кусочки. Ядерные взаимодействия — это и есть те силы, которые удерживают компоненты ядра в связанном состоянии и противостоят электростатическому отталкиванию. Без них весь наш мир распался бы, превратившись в облако элементарных частиц. Без них наш мир попросту бы не возник. Сильного ядерного взаимодействия достаточно, чтобы ядра многих химических элементов могли оставаться стабильными вечно. Многие из них стабильны с начала времен, по сути, с момента возникновения Вселенной, особенно если число протонов и нейтронов в них сбалансировано. Однако некоторые ядра нестабильны, в частности те, в которых слишком много протонов или нейтронов. Если в ядре слишком много протонов, его может разорвать сила электрического отталкивания. Если в нем слишком много нейтронов, к распаду может привести их нестабильность. Слабого ядерного взаимодействия недостаточно, чтобы удерживать нейтрон в целости вечно. Так что со временем он распадается. Так половина любого набора свободных нейтронов распадается в течение 14 минут. При распаде остается три частицы — протон, электрон и еще одна загадочная новая частица — антинейтрино, о которой мы поговорим позже.
Изучать ядерное взаимодействие чрезвычайно трудно, поскольку атомное ядро примерно в 100 тысяч раз меньше самого атома. Чтобы прозондировать внутреннее строение протона, физикам понадобился новый инструмент — ускоритель частиц. Мы уже видели, как много лет назад Эрнест Резерфорд, чтобы открыть атомное ядро, использовал излучение радия, помещенного в свинцовую коробочку. Для проникновения глубже внутрь ядра физикам требовались еще более мощные источники излучения. В 1929 году Эрнест Лоуренс изобрел циклотрон, предтечу сегодняшних гигантских ускорителей частиц. Базовый принцип работы циклотрона прост. Магнитное поле заставляет протоны двигаться по кольцевой траектории. На каждом обороте протоны получают небольшой энергетический толчок под действием электрического поля. В конечном итоге, после множества оборотов, пучок протонов может набрать энергию в несколько миллионов или даже миллиардов электрон-вольт. Базовые принципы работы ускорителя частиц настолько просты, что я в старших классах школы самостоятельно построил бета-трон, ускоритель электронов. Затем этот пучок направляют в мишень, где составляющие его протоны сталкиваются с другими протонами. Тщательно просеивая громадное количество фрагментов, получающихся при столкновении, ученые смогли идентифицировать новые, неизвестные прежде частицы. Процесс бомбардировки мишени пучками частиц с тем, чтобы разбить протоны, весьма неуклюжая и неточная операция. Иногда приводят такое сравнение. Это все равно, что выбросить пианино в окно, а затем попытаться определить все его свойства, анализируя звук падения. Но каким бы неуклюжим ни был этот процесс, он один из немногих имеющихся у нас способов зондирования внутренней структуры протона. Когда физики в 1950-е годы впервые сумели столкнуть протоны в ускорителе, они, к собственному удивлению, обнаружили целый зоопарк неожиданных частиц. У них буквально разбежались глаза. Считалось, что чем глубже вы проникаете в ядро, тем проще, а не сложнее, становится природа. При виде такого богатства частиц квантовый физик мог подумать, что природа и правда злонамеренна. Обескураженный бесконечным потоком новых частиц, Роберт Оппенгеймер заявил, что Нобелевскую премию по физике следует присудить тому физику, который за год не откроет ни одной новой частицы. Энрико Ферми объявил, что если бы знал, что будет так много частиц с греческими названиями, то стал бы ботаником, а не физиком. Исследователи буквально тонули в элементарных частицах. Из-за возникшей путаницы некоторые физики заявляли, что человеческий разум, возможно, недостаточно проницателен, чтобы разобраться в субатомном царстве. В конце концов, говорили они, невозможно научить собаку дифференциальному исчислению. Не исключено, что возможностей человеческого разума просто не хватит для понимания происходящего в ядре атома. Однако путаница начала немного проясняться с появлением работ Мари Гелманна и его коллег по Калифорнийскому технологическому институту, Калтеху, которые заявили, что протон и нейтрон состоят из трех еще более мелких частиц, называемых кварками. Эта простая модель прекрасно справилась с задачей классификации частиц по группам. Как до него Менделеев, Гелман, глядя на пробелы в своей теории, смог предсказать свойства новых сильно взаимодействующих частиц. В 1964 году еще одна частица, предсказанная кварковой моделью и получившая название омега-минус, была обнаружена в реальности, что подтвердило общую верность этой теории, за которую Гелман получил Нобелевскую премию. Кварковая модель смогла объединить так много частиц, потому что была основана на симметрии. Эйнштейн, как мы помним, ввел четырехмерную симметрию, превращающую пространство во время и наоборот. Гелман ввел уравнения, содержащие три кварка. Если поменять их местами внутри уравнения, само уравнение не изменится. Эта новая симметрия описывала перестановку трех кварков. Полные противоположности 2. Ричард Фейнман, еще один великий физик из Калтеха, предложивший перенормировку КЭД, и Мари Гелман, предложивший идею кварка, были полными противоположностями по темпераменту и характеру. В популярных средствах массовой информации физики неизменно изображаются либо как безумные ученые, вроде Дока Брауна в фильме «Назад в будущее», либо как безнадежно неадекватные ботаники, как в сериале «Теория большого взрыва».
Однако в реальности среди физиков встречаются представители всех психотипов. Фейнман был колоритным возмутителем спокойствия, вечным шутом и клоуном. Он был полон забавных историй о своих эксцентричных выходках и рассказывал их с грубоватым, простонародным выговором. Во время Второй мировой войны он однажды вскрыл сейф с секретами атомной бомбы в Лос-Аламосской национальной лаборатории и оставил там шифрованную записку. Когда на следующий день записка была обнаружена, тревога и паника в суперсекретной лаборатории поднялась нешуточная. Для Фейнмана не было ничего слишком нетрадиционного или неприличного. Однажды он из любопытства даже заперся в гиперборической камере, чтобы проверить, можно ли там получить внетелесные переживания. Гелман, напротив, всегда был джентльменом с безупречной речью и прекрасными манерами. Он увлекался наблюдением за птицами, коллекционированием древности, лингвистикой и археологией. Забавные истории были не его стихией. Но, несмотря на различия в характерах, Фейнман и Гелман в равной мере обладали энергией и упорством, которые помогали им проникать в тайны квантовой теории. Слабое взаимодействие и призрачные частицы. Тем временем исследования слабого ядерного взаимодействия, которое примерно в миллион раз слабее сильного взаимодействия, тоже заметно продвигались вперед. Слабого ядерного взаимодействия, например, недостаточно, чтобы удерживать в связанном состоянии компоненты атомных ядер многих типов. Поэтому они распадаются на более мелкие фрагменты и элементарные частицы. Радиоактивный распад, как мы уже видели, причина того, что внутри Земля такая горячая. Именно в слабом ядерном взаимодействии кроется источник энергии извергающихся вулканов и ужасных землетрясений. Чтобы объяснить это взаимодействие, ввели новую частицу. Нейтрон, например, нестабилен и со временем распадается на протон и электрон. Такой процесс называется бета-распадом. Но чтобы расчеты стали возможными, физикам пришлось ввести в уравнение третий член — частицу, получившую название нейтрино. Нейтрино иногда называют призрачной частицей, потому что оно способно пронизывать целые планеты и звезды без какого-либо взаимодействия или поглощения. В это самое мгновение через ваше тело проходит поток нейтрино из глубокого космоса, причем часть его до этого прошла через нашу планету. Мало того, эти частицы могли бы свободно пролететь сквозь толщу сплошного свинца, протянувшуюся от Земли до ближайшей звезды. Паули, предсказавший существование нейтрино в 1930 году, однажды пожаловался: «Я совершил непростительный грех. Я ввел частицу, которую невозможно наблюдать». Но какой бы неуловимой ни была эта частица, в конце концов ее экспериментально зарегистрировали в 1956 году при анализе мощного излучения, испускаемого ядерным реактором. Хотя нейтрино почти не взаимодействует с обычным веществом, физики сумели компенсировать этот недостаток, воспользовавшись тем фактом, что ядерный реактор испускает огромное число нейтрино. Чтобы разобраться в слабом ядерном взаимодействии, физики снова ввели новую симметрию. Поскольку электрон и нейтрино — пара слабо взаимодействующих частиц, было высказано предположение, что их можно объединить и таким образом получить новую симметрию, которую, в свою очередь, можно объединить со старой симметрией теории Максвелла. Получившаяся в результате теория, которую назвали электрослабой, объединила электромагнетизм и слабое ядерное взаимодействие. Электрослабая теория Стивена Вайнберга, Шелдона Глэшоу и Абдуса Салама принесла им в 1979 году Нобелевскую премию. Так что свет, вместо того, чтобы, как надеялся Эйнштейн, объединиться с гравитацией, на деле предпочел объединиться со слабым ядерным взаимодействием. Если сильное ядерное взаимодействие основано на симметрии Гелмана, которая связывает три кварка воедино, так что они образуют протоны и нейтроны, то слабое ядерное взаимодействие опирается на менее масштабную симметрию, перестановку электрона и нейтрино, которая объединяется с электромагнетизмом. Но какие бы возможности ни открывали кварковая модель и электрослабая теория при описании зоопарка элементарных частиц, в этом описании по-прежнему оставалась зияющая дыра. Вопрос был в том, что удерживает все эти частицы вместе. Теория Янга-Милса.
Поскольку поле Максвелла в свое время так успешно предсказывало свойства, обнаруживаемые в электромагнетизме, физики начали изучать новую версию уравнения Максвелла. Ее предложили Джей Нин Янг и Роберт Миллс в 1954 году. Вместо всего лишь одного поля, предложенного Максвеллом в 1861 году, эта теория вводила целое семейство таких полей. Та же симметрия, которую Гелман в своей теории использовал для перестановки кварков, в этой теории использовалась для взаимной замены полей Янга-Миллса. Идея была проста. Раз атом удерживается в связанном состоянии электрическим полем, которое описывается уравнениями Максвелла, то кварки, возможно, удерживаются тем, что вытекает из обобщения уравнений Максвелла, то есть полями Янга-Миллса. Та же симметрия, которая описывает кварки, теперь применяется к полю Янга-Миллса. Однако на протяжении нескольких десятилетий эта простая идея оставалась невостребованной, поскольку при расчете свойств частиц Янга-Миллса результат опять получался бесконечным, в точности как в случае КЭД. К несчастью, тех фокусов, что предложил в свое время Фейнман, для перенормировки теории Янга-Миллса оказалось недостаточно. Многие годы физики отчаянно, но безуспешно пытались найти конечную теорию ядерного взаимодействия. Наконец, у одного изобретательного голландского аспиранта, Герарда Тхоуфта, хватило смелости и упорства, чтобы решить проблему в лоб, продраться сквозь частокол бесконечных членов и перенормировать поле Янга-Миллса. К тому моменту компьютеры уже были достаточно мощными, чтобы анализировать эти бесконечности. Когда его компьютерная программа выдала серию нулей, представлявших квантовые поправки, он окончательно убедился, что прав. Новость об этом прорыве сразу же привлекла внимание физиков. Шелдон Глэшоу даже воскликнул: «Или этот парень полный идиот, или он величайший гений из всех, что пришел в физику за последние годы». Именно лобовое решение задачи принесло в 1999 году Тхоуфту и его научному руководителю Мартинусу Велтману Нобелевскую премию. Внезапно появилось новое поле, при помощи которого можно было связать известные частицы в ядерном взаимодействии и объяснить слабое ядерное взаимодействие. В применении к кваркам поле Янга-Миллса получило название «глюон», потому что действовало подобно клею, скрепляющему кварки друг с другом. Компьютерное моделирование показывает, что поле Янга-Миллса конденсируется в похожую на тянучку субстанцию, которая затем, подобно клею, английское glue, скрепляет кварки. Чтобы это происходило, нужны были кварки трех типов или цветов, подчиняющиеся трехкварковой симметрии Гелмана. Так что широкую популярность начала набирать новая теория сильного ядерного взаимодействия. Ее окрестили квантовой хромодинамикой, КХД, и сегодня именно она представляет собой самое известное описание сильного ядерного взаимодействия. Бозон Хиггса — частица Бога. Таким образом, постепенно из хаоса складывалась новая теория, получившая название стандартной модели элементарных частиц. Путаница, окружавшая зоопарк элементарных частиц, потихоньку уходила, сменяясь некоторым порядком. Поле Янга-Миллса, называемое глюоном, удерживало кварки в нейтроне и протоне, а другое поле Янга-Миллса, называемое W и Z частицами, описывало взаимодействие между электронами и нейтрино. Однако окончательному принятию стандартной модели мешало отсутствие последней детали субатомной головоломки, которую называли бозоном Хиггса, а иногда даже частицей Бога. Одной симметрии было недостаточно. Требовался способ нарушения этой симметрии, поскольку Вселенная, которую мы видим вокруг, не является идеально симметричной. Когда мы смотрим на нынешнюю Вселенную, то кажется, что все четыре фундаментальных взаимодействия не зависят друг от друга. Гравитация, свет и ядерные взаимодействия на первый взгляд не имеют между собой ничего общего. Но если отходить все дальше и дальше, назад во времени, эти взаимодействия начинают сливаться, складываясь, возможно, на момент возникновения Вселенной всего в один тип взаимодействия. Начала вырисовываться новая картина, в которой физика элементарных частиц использовалась для объяснения величайшей загадки космологии — рождения Вселенной.
Неожиданно две очень разных области науки, квантовая механика и общая теория относительности, стали превращаться в одну. В этой новой картине в момент Большого взрыва все четыре взаимодействия были слиты в единое супервзаимодействие, которое подчинялось главной симметрии, способной превращать все частицы Вселенной друг в друга. Супервзаимодействие подчинялось так называемому уравнению Бога. Именно его симметрия ускользала от Эйнштейна и остальных физиков. После Большого взрыва Вселенная по мере расширения остывала, и супервзаимодействие и симметрия начали распадаться, оставляя после себя фрагментарные симметрии слабого и сильного ядерных взаимодействий сегодняшней стандартной модели. Этот процесс называется нарушением симметрии. Таким образом, нам необходим механизм, позволяющий разбить первоначальную симметрию в точности так, чтобы получилась стандартная модель. Именно в этот момент на сцене появляется бозон Хиггса. Чтобы представить себе эту картину, вообразите плотину. Вода в водохранилище также обладает симметрией. Если вы провернете всю воду по кругу, общая масса воды в сущности не изменится и будет выглядеть примерно так же, как прежде. Мы все из собственного опыта знаем, что вода всегда течет вниз. Дело в том, что, согласно Ньютону, вода всегда стремится прийти в состояние с наименьшей возможной энергией. Если бы плотина разрушилась, вода ринулась бы вниз, чтобы занять состояние с более низкой энергией. Итак, вода за плотиной находится в состоянии с более высокой энергией. Физики называют состояние воды за плотиной ложным вакуумом, потому что оно нестабильно, пока вода не придет в состояние истинного вакуума, то есть в состояние с минимальной энергией, там, на дне долины. После прорыва плотины первоначальная симметрия исчезает, но вода приходит в свое истинное состояние покоя. Этот же эффект можно обнаружить, если проанализировать закипающую воду. Непосредственно перед закипанием вода находится в состоянии ложного вакуума. Она нестабильна, но симметрична. То есть вы можете провернуть весь массив воды, и ее вид не изменится. Но постепенно образуются крохотные пузырьки, причем каждый из них существует в состоянии с более низкой энергией, чем окружающая его вода. Пузырьки начинают расширяться, пока не сольются в достаточной мере, и вода не закипит. В соответствии с этим сценарием, Вселенная первоначально находилась в идеально симметричном состоянии. Все элементарные частицы тогда были частью этой самой симметрии, и все они имели нулевую массу. Благодаря нулевой массе их можно было как угодно менять местами, и уравнение при этом оставалось бы прежним. Однако по какой-то неизвестной причине такая Вселенная была нестабильна. Она находилась в состоянии ложного вакуума. Поле, необходимое для перехода к истинному, но разрушенному вакууму, это поле Хиггса. Подобно электрическому полю Фарадея, пронизывающему все пространство, поле Хиггса также заполняло все пространство-время. Но по какой-то причине симметрия поля Хиггса начала разрушаться. Внутри поля Хиггса начали образовываться крохотные пузырьки. Вне этих пузырьков все частицы оставались безмассовыми и симметричными. Внутри пузырька некоторые частицы обладали массой. В процессе развития Большого взрыва пузырек стремительно расширялся, частицы в нем начали приобретать разные массы, и первоначальная симметрия нарушилась. Со временем оказалось, что вся Вселенная существует в состоянии нового вакуума внутри одного гигантского пузыря. Таким образом, к 1970 годам тяжкий труд десятков физиков начал окупаться. После десятилетий блужданий в дебрях они наконец увидели, как встают на свои места детали пазла. Они поняли, что, собрав воедино три теории, представляющие сильное, слабое и электромагнитное взаимодействие, можно создать систему уравнений, которые по-настоящему будут соответствовать результатам, наблюдаемым в лаборатории. Ключом должно было стать создание образцовой симметрии путем склеивания трех отдельных менее масштабных симметрий. Первая из этих симметрий описывала сильное ядерное взаимодействие и позволяла произвольным образом менять местами три кварка. Вторая симметрия описывала слабое ядерное взаимодействие и позволяла менять местами электроны и нейтрино. Третья симметрия описывала первоначальное поле Максвелла.
Теория, получавшаяся в результате, выглядела неуклюже, но спорить с ее успехом было трудно. Теория почти всего. Примечательно то, что стандартная модель могла точно предсказывать свойства материи в прошлом вплоть до момента через долю секунды после Большого взрыва. Стандартная модель — это странный набор элементарных частиц, которые точно описывают нашу квантовую Вселенную. В ней 36 кварков и антикварков, 12 слабо взаимодействующих частиц и античастиц, именуемых лептонами, и большое количество полей Янга-Милса и бозонов Хиггса, частиц, возникающих при возбуждении поля Хиггса. Вместе с тем, хотя стандартная модель наиболее полно отражала наши представления о субатомном мире, в ней оставалось множество дыр. Во-первых, в ней не упоминалась гравитация. Это было громадной проблемой, поскольку именно гравитация является той силой, которая определяет крупномасштабное поведение Вселенной. Но всякий раз, пытаясь добавить гравитацию в стандартную модель, физики не могли решить уравнение. Связанные с гравитацией квантовые поправки, вместо того, чтобы быть маленькими, оказывались бесконечными, в точности как в случае квантовой электродинамики и частиц Янга-Милса. Таким образом, стандартная модель не в состоянии пролить свет на некоторые секреты Вселенной, например, на то, что происходило до Большого взрыва и что находится внутри черной дыры. Мы вернемся к этим важным вопросам позже. Во-вторых, стандартная модель построена путем искусственного сшивания теорий, описывающих разные взаимодействия, так что результирующая теория представляет собой лоскутное одеяло. Один физик привел такое сравнение. Это как если скрепить утконоса, муравьеда и кита скотчем и объявить результат самым элегантным творением природы. На самом же деле подобное создание могла бы любить только родная мать. В-третьих, в стандартной модели имеется множество неопределенных параметров, таких как масса кварков и силы взаимодействий. Мало того, в ней есть около 20 констант, которые пришлось вводить вручную, без всякого понимания того, откуда они берутся и что собой представляют. В-четвертых, в стандартной модели присутствует не одна, а три идентичные копии или поколения кварков, глюонов, электронов и нейтрино. Так что всего там присутствует 36 кварков с тремя цветами и тремя поколениями, вместе с соответствующими им античастицами и 20 свободными параметрами. Физики не могли принять нечто настолько неуклюжее и неповоротливое в качестве фундаментальной теории Вселенной. Бак. Поскольку ставка очень высока, многие страны готовы тратить миллиарды на создание следующего поколения ускорителей частиц. В настоящее время в заголовках преобладает большой адронный коллайдер, построенный близ Женевы в Швейцарии. Самый большой научный прибор из когда-либо построенных. Он стоит более чем 12 миллиардов долларов, имеет примерно 27 километров в окружности. Бак выглядит как громадный бублик, который находится по обе стороны границы между Швейцарией и Францией. Внутри трубы протоны ускоряются, пока не достигнут чрезвычайно высокой энергии. Затем они сталкиваются с другим высокоэнергетическим пучком протонов, движущихся в противоположном направлении. При столкновении высвобождаются 14 триллионов электрон-вольт энергии, и возникает сильнейший ливень элементарных частиц, в которых пытаются разобраться ученые, используя самые мощные компьютеры мира. Задача Бака — воспроизвести условия, существовавшие в первые моменты после Большого взрыва, и таким образом получить эти нестабильные частицы. В 2012 году наконец-то был обнаружен бозон Хиггса, последний недостающий элемент стандартной модели. Это был великий день для физики высоких энергий, но ученые понимали, что впереди еще большой путь. Стандартная модель действительно описывает все взаимодействия частиц, от глубин протона до самых дальних уголков видимой Вселенной. Но ее проблема в том, что она очень громоздкая. В прошлом, всякий раз, когда физики зондировали фундаментальную природу материи, на свет появлялись новые элегантные типы симметрии. И теперь с трудом верилось, что на самом фундаментальном уровне природа могла предпочесть столь неряшливую теорию. Несмотря на бесспорные практические успехи стандартной модели,
Всем очевидно, что она лишь разогревающая прелюдия к окончательной теории, которой еще предстоит появиться. Тем временем физики, воодушевленные поразительными успехами квантовой теории в применении к элементарным частицам, начали пересматривать общую теорию относительности, которая несколько десятилетий пребывала практически в забвении. Теперь физики ставили перед собой более амбициозную цель — совместить стандартную модель с гравитацией. Нужно было только создать квантовую теорию самой гравитации. Это была бы подлинная теория всего, в которой все квантовые поправки, как для стандартной модели, так и для общей теории относительности, поддавались бы вычислению. Прежде теория перенормировки была ловким фокусом, позволявшим скомпенсировать все квантовые поправки КЭТ и стандартной модели. Ключом было представление электромагнитных и ядерных сил как частиц, называемых фотонами и частицами Янга-Милса, а потом оставалось взмахнуть волшебной палочкой, чтобы все расходимости исчезли, скомпенсировавшись где-то в другом месте. Все неприятные бесконечности были таким образом заметены под ковер. Физики наивно последовали освещенной временем традиции. Взяли теорию гравитации Эйнштейна и ввели новую точечную частицу гравитации, назвав ее гравитоном. Так что гладкая поверхность, которую ввел Эйнштейн и которая должна была представлять в его теории ткань пространства-времени, оказалась окруженной облаком из триллионов крохотных частиц гравитонов. Увы, набор фокусов, которые с таким старанием собирали физики на протяжении прошедших 70 лет для устранения неудобных расходимостей, в случае с гравитоном не сработал. Квантовые поправки, созданные гравитонами, были бесконечны и отказывались поглощаться где-то в другом месте. Здесь физики оказались в тупике. Полоса удачи закончилась. После этого разочарованные физики обратились к более скромной цели. Будучи не в состоянии создать полную квантовую теорию гравитации, они попытались рассчитать, что происходит при квантовании с обычной материей, оставив гравитацию в покое. Это означало вычислить квантовые поправки, обусловленные звездами и галактиками, не затрагивая гравитации. При помощи одного лишь квантования атома ученые надеялись подняться на ступеньку выше и лучше разглядеть более масштабную цель — формулирование квантовой теории гравитации. Такая задача была более скромной, но она открыла шлюзы для появления поразительного множества новых, интереснейших физических явлений, которые бросили вызов нашим представлениям о Вселенной. Внезапно квантовые физики столкнулись с самыми необычными явлениями Вселенной — черными дырами, кротовыми норами, темной материей и темной энергией, путешествиями во времени и даже рождением самой Вселенной. Но открытие этих странных космических явлений стало вызовом и для теории всего, которая теперь должна была объяснять не только знакомые элементарные частицы стандартной модели, но и все новые странные явления, раздвигавшие границы человеческого воображения.